Самые крутые концерты, самые крутые экспо, выставки и международные соревнования проводятся у меня за спиной. А вы знаете, чем примечательный спорткомплекс имени Карена Демирчана? Нет? Тогда разберемся. Здание было достроено в 1983 году, но когда строительство только началось, многие люди говорили, а как же можно рядом с Титером Кобертом построить спортивный комплекс, где будут проводиться мероприятия и концерты. На что Карен Демирчан ответил: «Горе горем, а этому городу нужна радость». А вы знали, что на этап строительства это здание принесло пожар из-за обычной взорвавшейся лампочки? И люди, прознав про это, из разных уголков Армении приезжали сюда, чтобы помочь физически и финансово в строительстве. В этом здании также воплотилась невероятная поныне технология движущейся трибуны на 1000 персон, которая на момент сдачи в эксплуатацию поражала воображение всех, кто воочию видел это. Наверняка многие из вас знают это здание, но были и те, которые проезжали мимо и не замечали его, и даже не знали о его существовании. Так вот, для вас я очень рекомендую посетить это здание, потому что здесь сливаются архитектурные стили, фонтаны, гармония, и вы на все здания будете смотреть по-другому.